отпустите! Молчи или затяну веревку! Получим за нее выкуп для циклопа. Никто меня не выкупит! Все бедные! Помолчи, Феба. Прячусь в высокой траве. Нельзя дать остальным уйти. Это не птица. Сколько можно свистеть? Маркос будет следующим. Уведу отсюда Фебу. Алексиус, я тут! Спасай! Ты жива? Да ничего. В тот раз мне рот заткнули тряпкой, чтобы не кусалась. Феба, будь осторожна. Ты теперь одна ведь. Родители мертвы, но у меня есть ты. А у тебя я и Маркус. Мы твоя семья, да? Используй все свои навыки! Не сдавайся! Борись! Ага! Вставай! Ну! Да, отец. Спартанец встает сразу, как упал. Подними его! Ноги шире. Солдат не должен упасть. М? Да. Да. Нападай! Довольно, Николаус. Солнце садится. Пора поесть, согласен? Что мы будем есть? Предлагаю съесть малышку Кассандру. Она ведь такая вкусная! Нет, не ее! Лучше меня, я вкуснее! Да-да, ты сладкий, как мед. Давай, идем. Мясо сгорит. Вот. Уложи ее спать. Да, отец. Сын. Ты моя главная гордость. Не забывай. Ты принесешь нашей семье славу. Иди. Переживай. Чтобы быть как ты? Главное присматривать друг за другом. Кстати, те типы об этом говорили. Что они сказали? Циклоп объявил за тебя награду. Талос хочет тебя убить. Талос? Наемник? О, когда же все это закончится? Лучше тебе опередить его.
Говорят, он очень жестокий. Я найду дорогу в город. Спасибо. Талос, значит? Только этого не хватало. Снова нос ломать. Придется мне с этим разобраться. Проверю, что это. Что такое? Не вздумай натворить глупостей! Тебе пора уходить. Мне нужна награда! Умри! Ah!
Твои силы на исходе. Сдавайся уже. Зря ты взялся за это дело, Талос. Вперед! Элла! Сами! Дурис у себя в лавке. Элла! Доброго дня! Здравствуй, Дурис. Дела идут в гору? Скажи Маркосу, что... Да, я уже... Слушай, я просрочил вы... Двойную? Это грабеж! Сам знаешь, он вспых... Скажи Маркосу, что я заплатил сполна. Я не склонюсь перед наемником. Или перед глупцом, что рискнул занять деньги у циклопа. У циклопа? Вот как он купил виноградник. Слушай, я знаю, Маркос тебя спас. Забрал с улицы, когда ты был ребенком. Но пойми, он сошел с ума. В этом ты прав. Забудь о деньгах. Нам с Маркосом нужно поговорить. Ты простишь долг? Возьми хотя бы меч. Он не ахти, но все равно лучше твоей ржавой железки. Циклоп лютует. Пригодится. Приведи Маркоса в чувство, или вам конец. Ты занят, Алексиус?
твое время на исходе. Скоро циклоп придет за тобой. Ему нужны деньги. А можно мне отсрочку? Циклоп раздавит тебя сразу, как вернется на Кефалинию. Если ты не понял. Ну уже грубить ни к чему. Ты не можешь прятаться за своим чудо-мистием вечно. Он убьет тебя, его и мелкую девчонку тоже. Понял, конечно, я найду деньги. Славно, иначе циклоп скормит тебя своим козом. А, Алексиос, судя по твоей улыбке, Дурис отдал тебе драхмы. Улыбки? Я узнал, где ты взял деньги на виноградник. Мы можем вернуть деньги. Ты дал глупое обещание, Маркос. Невыполнимое. Но ведь ты не... Возможно. Ах, были времена. Алексиос! Кассандра! Редкий мне нынче достался улов. О! Ха! Есть хочешь? Может, договоримся? Я помогу тебе. А ты пару раз поможешь мне, и все выигрыши. Это лучшее предложение. А? Подумай. Стой! Кефалиния. Ну и дар. Без меня ты был никем. А теперь циклоп отнимет... О, не бойся. Как мне победить его? Вот ты где. От меня не скрыться, прячась в храме, Маркус. Друзила. Правда? Мне нужна древесина. Конечно, не можешь. Я как раз в... Он молчалив, но опасен. Без разницы. С разбойниками нужно покончить. Чудная мысль. А мне пора спешить. Если нужна древесина, почини мой сломанный лук. Обычно я плачу после, но это дело ползет, как улитка. Идем за мной. Я стану богатой, как крёс. Луки настолько хороши? Грядет война. Афининам нужны хорошие луки, чтобы одолеть Спарту. И все в выигрыше, ну да. Ты что, Маркус? Не надоело подбирать крошки? На этой войне можно разбогатеть. А еще я слышала, ты спартанец. Это было давно. Я кефалониец. Давай сюда. Держи, как новенький. Лук, достойный самого Геракла. Попробуй. Стреляй по этим мишеням.
Договор. Добудешь древесину. Договор. Наконец. Я накажу разбойник. Уж поста... Я разберу... Ха. Так, я тебе помогла. Теперь пришла твоя очередь. И быстрей. Нападение произошло тут. Огляжусь. Здесь море следов. Группа людей ушла на запад. Груз забрали, повозку бросили. С такой ношей вор не мог уйти далеко. Убит выстрелом в спину. Дело рук разбойников. Это и есть лагерь разбойников. Я подкрадусь к ним. Давай. Ugh.
Да это же... Я нашел разбойников. Ты правда думаешь? Я подозревал, что ты мне не поверишь. Так что вот. Убедись сама. Образец. О, боги! Мы разные, хоть и работаем в... Бери плату. Сами. Интересно, смогу ли я уехать, не ввязавшись в драку? Ха, на что я надеюсь, сами все тот же. Здравствуй. Скажи, если что-то понадобится. Лучшие цены в округе. До новых встреч! Ah!
Ну как там, Маркус? Как всегда. Почему он тобой команд? Я в долгу перед ним. Много лет. А, взял у него день? Не совсем. А, я ребенок, и у меня все не так уж плохо. Что ты хотела, Феба? Знаешь Каусус? Город на той стороне острова? В городе ужасная болезнь. Лихора... Повторяю, я не бог. Но Икар... Лишь птица. Все равно ты можешь... Ах, ладно. Вот и ты! Я победил разбойников. Я в тебе не сомневаюсь. Ну? Итак, я должен свести... Он бы не искал меня, если... Но кляну... Что ж, излагай, что я должен... Ты хотел сказать нам! Ну-ка... Скажи, чем... Ближе к делу, Марк. Ладно. Ты тронулся? Сначала деньги, теперь его глаз? С ним мы победим и разбогатеем. Нет, нет! Значит, мне пригодится мой новый лук. Циклоп хранит глаз дома, так как очень дорожит им. Мудрое решение. Ладно. Что? Это твоя сущность. Принеси мне глаз и поймешь, что заблужда... Помню. Если ты справишься, циклоп не отрежет... Осталось найти глаз. Если он такой ценный, наверняка его спрятали. Убийцы! Если богам нет дел... Спасите! Что происходит? Каусас поразила чума. Наши родня и соседи все мертвы. Нам удалось выжить, но сейчас он убьет и нас. Боги покинули нас. Вы сожгли всю дерь... Молитвы не помогли. Неужели лекарства нет? Все бесполезно. Лекари нас боятся. Но я даже не слышал о чуме. Им уже не... Нет. Не вмешивайся, или я буду вынужден защищать волю богов. Защити нас. Мы почти... Этого не будет. Прошу. У нас дети. Как же они? Лучше иди своей дорогой, Мисти. Отпусти их. Что? Ты не бог. Что? Всех спас. Этот жрец из царства мертвых, посланник богов. Ах,
боги послали тебя. Нам пора. Но сперва вот, возьми деньги. Вам это нужней. Берегите себя. Ты посланник богов, Алексиос. Доброго пути. Удачи, прощай. А, глаз, я тебя вижу. Укрыться. Я могу затаиться в кустах. Так тщательно охраняют. Лучше не лезть на рожь. Зевс, циклоп настроен серьезно. Осторожно! А все проклятый. Продав этот камень? Купить дом, да. А вернуть долг циклоп? О, нет! Да? Кому как? Все получится. Я лучше промолчу. Возьми глаз, но не продавай. Торговцы не поверят, что он наш по праву. Все знают, как... Да. Чем в глазниц? Думаю, хватит на сегодня. Стой! Прибыла лодка. Я вижу ее впервые. И? В нашем городе таких красавиц нет. Думаю, это циклоп с друзьями.
Вернулся? О, я когда-нибудь вздохну спокойно. Убей их! Одной заботой станет меньше. К тому же с виду его люди богаты, как крёс. Им храк сплошная... И брось! И где они? В заброшенном доме на вос... Часть сокровищ я оставлю себе. И не драхмы для... Остатки в уплату долга. Что ж, ладно. Пусть знают, как... Заброшенный дом и люди. Элла. Меня будут искать. Нужно действовать осторожно. Обычно я поручаю грязную работу другим. Может быть, ты знаешь, чем вывести это пятно? Подойдешь ближе, крови будет больше. Может. Но тогда ты не узнаешь, что я хочу предложить. Умеешь убивать? Молодец. Никакого сочувствия к тем, кто работает с тобой. Не со мной. На меня. Наемники. Судя по всему, бывшие. Так ты не работаешь на Циклопа? С каких пор наемники верят легендам? Я не о чудище. Я о человеке. Ты прибыл издалека. Что тебе нужно? Верно, я не с Кефалинии. Меня привели сюда поиски. Следуй за мной, Алексиус.
Кто ты? Откуда меня знаешь? Я Элпинор из Киры. Откуда я тебя знаю? Я действовал, как ты. Спросил, не ответили. Кто тебя прислал? Я ценю любознательность. Хорошо, полезно. Ты знаешь больше, чем говоришь. Знать о тебе в моих интересах. А в твоих узнать меня. У меня украли кое-что и увезли на Итаку. Саван, сотканный Пенелопой. Хочу выкрасть его назад. Ладно, я берусь. Это будет непросто. И недешево. Тогда по рукам. Ладно. Да, Мисти, удачи. На маленькой лодочке. Лучше мне не гневать Посейдона. Тот самый Саван. Элпинор не обманул. Алексиос, дело сделано? Конечно. Отлично. Теперь Саван твой. Он тебе не нужен? Но тогда зачем? Я обрел нечто более ценное. За твои труды, Мисти. Мне начинает казаться, что это была проверка. Возможно. Ты молодец, Мисти. Что скажешь, если я предложу убить полководца в Мегариде? Справишься и получишь вдвое больше. А, что скажешь? Тебе придется уплыть с Кефалинии так далеко, что можешь не вернуться. Полководцы тоже смертны. Да. Что скажешь? Я берусь. Отлично. Тебе нужен корабль. Он у тебя есть?
Если бы был, мы бы сейчас не разговаривали. Как жаль. Боюсь, даже ты не доберешься туда без корабля. Найду. Прекрасно. Надеюсь, крепкий. Это почему? Плавать по морю весьма опасно. Грядет война, и волк не на той стороне. Я тебя не подведу. Как сделаешь все в Мегариде, встретимся в Факиде, в лагере паломников. Нужна лодка. Найду корабельщика. Подходи. Спасибо. Добрый корабль, Телеменис. Так и есть. За сколько ты готов расстаться с ним? О, за сотни тысяч, пожалуй, не меньше. 100 тысяч? Да у кого они есть? У того, кто и правда готов купить. А может, обменяешь его на обсидиан? Я уже сказал, 100 тысяч драхм. К тому же, на таком корабле и команда должна быть. Это Кефалиния. Я всегда смогу найти того, кто готов рискнуть. Моря сейчас опасны. Немного от тебя пользы. Не знаю, поможет тебе это или нет, но Слухи ничего не значат. Не верь всему, что говорят. Кстати, еще говорят, что его корабль в заливе Клептов. Корабль, говоришь? Думаю, стоит навет. Осторожней. Это... Значит, можно взять корабль и расправиться с циклопом. 2 зайца одним камнем.
циклоп. Пора нам поболтать. Если меня тут заметят, будет плохо. Боги, свидетели, клянусь! Какие боги? Неужели так важно? Все боги, клянусь! Все, что есть! Я в жизни не слышал, чтобы человек столько говорил о богах! Отпусти его! Кто на этом острове не смеет говорить этого? Он сказал циклоп? Это так тебя задевает? Я не люблю, когда люди зовут меня так! Я тебя... Я... Но ты жирный, то есть большой и сильный. И у тебя, правда, один глаз. Глаз! Отдай! Отдай, я пощажу твоего друга Маркоса! Отдай мне глаз! Отдать? Так возьми. Теперь ты умрешь! Нельзя больше откладывать. Даже у таких крыс найдутся друзья на Кефалинии. Беги, Зевс! Кефалинийские разбойники не шутят! Это друг... Рад,
что ты со мной. Они тебя боятся. Спасибо тебе. Тому, кто всю жизнь провел в море, было бы позором утонуть в глиняном горшке. Ах да, забыл представиться. Я Варнава, капитан Адрести. Что ж, Варнава, рад познакомиться. Я Алексиос, наемник. Ха-ха-ха! Уверен, что ты здесь не случайно. Ты о чем? Когда меня окунули под воду, я взмолился богам. А когда вытащили, там был ты. Ты позвал, я откликнулся. Многие говорят, что в их жилах кровь богов. Но ты первый, кому я верю. Так у тебя есть корабль? Конечно. Упаси меня боги застрять тут навсегда. И где он? Благодаря тебе, все еще в гавани сами. Возможно, сама судьба свела нас вместе. Мне нужен корабль и команда. Ха-ха-ха! Ты спас мне жизнь! Я оскорблю богов, если не предложу свою помощь. Ты согласен? Я и мой корабль... К твоим услугам! Ты впрямь не из этих мест. Ха-ха! О, нет! И слава богам! Пойдем, покажу тебе Адрестию. Надеюсь, меня еще не заметили. Когда пожелаешь, капитан. Стой! Подожди, Алексиос, я собрала все, что нужно. Хочешь плыть с нами? Куда ты, туда я. Ты же родилась на Кефалине, это твой дом. Зачем его покидать? Чтобы всегда быть рядом с тобой. Тебе нельзя плыть со мной. Хватит упрямиться. Но ты не справишься один. Справлюсь. Раз мне нельзя, возьми Хару. Хару? Орлицу. Мою подругу. Подарок моей мамы. Ну, пусть будет с тобой. Напоминает обо мне. Станет твоей подругой. Спасибо. Хорошо, что ты спас Кину. Мне будет с кем играть. Береги ее. Вдруг болезнь еще не отпустила. Обещай, что когда-нибудь мы увидимся.
Обещаю. Обязательно увидимся. А до тех пор будьте умницей. Не волнуйся, буду. Ладно, до встречи. Алексиос! Покинешь Кефалинию, не попрощавшись с лучшим другом? Быть того не может. Не может, ты ведь уже здесь. Прощай, Маркос. Мы были прекрасной командой, а теперь расстаемся. Конечно, без помощника мне не обойтись, но тебя не заменить. Ну что, обнимемся? Будем проще. Сразу видно деловой подход. Чем будешь заниматься теперь? Пить вино. Хотя оно, конечно, может выдохнуться. Но я всегда готов к приключениям. Кстати, милая Феба, для тебя есть задание. Задание? Да. Как думаешь, она достойна занять твое место? Готов отплывать. Готовь корабль. Отплываем. Славно. Мы и так задержались на берегу. Пора в путь. Что ж, куда отправимся? Какой край желает посетить могучий Алексиос? Мегариду. Мегариду! Но ведь там идет война. Я должен убить одного полководца. Кого? Его имя Волк. Волк? Кому нужна смерть Николауса из Спарты? Николауса? Оракул определила ее судьбу. Если она не умрет, Спарта падет. Останови их. Нет, она не опасна. Она поможет. Она поведет нас. Молчать! Нет! Не надо! Нет! Нет! Убийца! Он убил его! Брось его вниз! Смой с себя этот позор! Заплати жизнью за жизнь! Взгляни на он меня, не такой, Николай. Как мы! Не слушай! Николаус! Не слушай! Нет! Нет! Не слушай! Николаус! Не надо! Отец! Николаус! Стой! Николаус! Нет! Николаус! Николаус, послушай! Взгляни на меня, Николаус! Нет! Не слушай! Ты осквернен! Избавь себя от скверны! Отец! Ради Спарты! Нет! Отец! Нет, мое дитя! Алексиус! Плывем в Мегариду. Скорей. Боги, но зачем? Почему мы должны рисковать своими жизнями и плыть туда?
потому что волк из Спарты – мой отец. Чудесный морской бриз. На палубе всегда так качает. Ха-ха, у тебя есть прекрасная возможность привыкнуть к качке. О, о чем ты? Ну, пока циклоп мял мне бока, его пираты забрали мой груз. Я знаю, куда они направляются. Что, если нам вернуть его? Конечно. Хорошая проверка для команды и корабля. Ну, вперед! Поплыли! Ну-ка, проверим паруса! Куда плывем, капитан? Навали! Медленнее! Вперед! Будет еще время для песен. Пиратов скинули мои товарищи. Спарта и Афины рвут друг другу глотки, и в море стало опасно. Нам нужны новые члены команды. Я знаю отличного лучника. Он мог бы нам пригодиться. Где его найти? Ну, его придется убеждать. О чем ты? Доставь его на борт, и я его уговорю. Драхмы подсластят сделку. Он должен быть без сознания? Нет, нет. Нужно лишь немного его усмирить. Потом доставить на корабль для беседы. Все будет хорошо. Обещаю. Thank you.